Характеристика Милона в комедии Дениса Фонвизина «Недоросль». Милон – это второстепенный персонаж легендарной комедии Дениса Ивановича Фонвизина «Недоросль». Милон – человек высоких моральных ценностей. Он имеет исключительно положительные черты характера. Он честный и добрый офицер. Его поведение – идеал и образец для подражания. Милон влюблен в Софью, племянницу Стародума. Софье он тоже очень нравится. Влюбленные не виделись больше года из-за того, что Софье пришлось переехать к Простаковым из-за смерти ее родителей. Они в дальнейшем заключат брак, что спасет Софью от замужества с сыном Простаковой, Митрофаном. Стародум рад, что Софью любит такой надежный и доблестный человек, и уверен, что их брак будет счастливым. Милон – человек хорошего воспитания и идеальных манер. Он скромный, тактичный, надежный, с чистой душой. Он привносит в этот мир исключительно добро. Его взгляды и убеждения перекликаются с жизненными установками другого второстепенного героя комедии – Правдина. Два этих героя являются хорошими приятелями и единомышленниками. Милон, как и Правдин, является героем-резонером, выражающим авторскую позицию и взгляды на жизнь. Милон в меру самокритичен и скромен, очень дисциплинирован и восхищается людьми с достойными чертами характера и добрым сердцем. Он, как и Правдин, считает, что нужно защищать более слабых людей. Он убежден, что эксплуатация людей негуманна и противоречит всем нормам морали. Милон также выступает против дворянской деспотичной системы и во всем поддерживает Правдина. Все молодые люди должны ставить себе в пример Милона и стремиться к высокой духовности, рассудительности и безукоризненной честности. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.